Предоставленный проект Конституции отвечает всем запросам времени, запросам людей. Объективное информирование людей о предстоящем референдуме, пояснение предложенных норм по изменению Конституции и широкое наблюдение голосованием по всей стране – это главное направление нашей совместной с общественными объединениями работы. Наши наблюдатели от профсоюзов, БРСМ, Белой Руси, Союза женщин, ветеранской организации и других общественных объединений будут работать на каждом участке. Уже сегодня во многих регионах они в числе первых аккредитованы для проведения наблюдения. В итоге у нас будет абсолютно полная и достоверная информация о ходе голосования. Мы работаем открыто и гласно и будем оперативно информировать общество о том, как проходит референдум. Гражданский долг каждого – изучить проект Конституции, прийти на референдум и проголосовать, сделать свой выбор. Все мы должны понимать, что, участвуя в референдуме, мы проявляем свою собственную ответственность за настоящее и будущее нашей страны.